Но как практически? Он кто? Руководитель этого казенного учреждения будет решать? Мне сегодня вот бумагу для уполномоченного по правам человека оформлять и какой-то вопрос готовить? И для общественной палаты? Кто это будет решать? Руководитель казенного учреждения? Чиновник будет решать за человека, замещающего государственную должность, за уполномоченного, что вперед двигать, а что потом? Не случайно сказали, эти аппараты не один год формировались, там профессионалы. Можно разные примеры по другим регионам приводить. Я не знаю ни одного примера, общаясь с коллегами уполномоченными, которые бы говорили, что вот эти там попытки что-то такое объединить аппараты, где это было бы хорошо. И насколько мне известно, тоже буквально днями наши коллеги на Сахалине им тоже вот эту вот пытались беду предложить, они за нее не проголосовали. Поэтому, на мой взгляд, ну нет сегодня никаких оснований. Но правы были те депутаты, кто уже говорил, надо проработать, надо послушать, надо разобраться, надо осознанно принимать решение. Нельзя сегодня его голосовать, этот закон.